Всем привет, зовут меня Дмитрий Скловский, агентство недвижимости Grand House. Сейчас я нахожусь в Ленинградской области, Ломоносовский район, СНТ Колос 2. Это буквально метро Ветеранов 35 километров, от КАДа это 15 километров и Петергоф, Фонтаны это километров 18. Хочу вам показать сегодня домик, 370 квадратных метров, кирпичный. В цокольный этаж, два этажа и мансарда. Дом построен из кирпича, утеплитель, облицовочный кирпич. Автоматический забор. Давайте пройдемте внутрь. Участок 20 соток. 20 соток. Участок большой. Из коммуникации у нас центральный газ. Вода, скважина. Есть летний водопровод, но мы сейчас его отключили. В принципе, вот видно его, он идет вдоль забора. Вот. Локальная канализация. 15 киловатт электричества. Давайте еще раз издалека вам покажу дом. Вот так он выглядит. Вход в дом у нас с гаража. И с двух сторон. Вот, видите. Там тоже красивый домик. Живет депутат. Вот так выглядит дом. Мы с вами сейчас будем заходить с гаража. Гараж у нас с вами на две машины. Общая площадь гаражного помещения 55 квадратных метров. Сделаем дорожки, забор. Здесь у нас мастерская. Еще есть. Здесь у нас пока как кладовая. Новый собственник будет сам думать, что он здесь захочет сделать. Еще одна кладовая. Здесь дверь не буду открывать. Здесь также можно заходить в дом. Естественно, что должно быть в доме? Это хорошая парилка, сауна. Естественно, туалет и ванна. Бак на 1000 литров. Здесь водоочистка стоит, водоочистка сооружения. Со скважины воду гонит. Поэтому, скорее всего, здесь какая-то гостиная. Посидеть, поговорить с друзьями, с родственниками после парилки. Идем с вами на первый этаж. Кошки, чтобы был свет. Везде плитка. Все полы на каждом этаже с подогревом. Попадаем мы с вами на кухню. Кухня у нас получается 34 квадратных метра. Это общая. Она идет как проходная. Здесь у нас получается гостиная 33 метра с камином, действующим камин. Вот про что я говорил. По соседству домик депутата. Еще раз повторю, 33 метра, светлая гостиная. Здесь вот второй вход, если подходить с лестницы. Здесь у нас комната. Давайте назовем спальню.
вид из окна. Кухня. Ну, давайте так, моя любимая комната. Квадратных метров. Бильярдная. Светлая. Сделана с умом. Открою вам маленький секрет. Бильярд мы оставляем будущему владельцу. Никому не говорите, а то все набегут. Санузел второго этажа. Поднимаемся. Ой, извиняюсь, санузел первого этажа. Поднимаемся мы на второй этаж. Я вам говорил уже, все полы с подогревом. Санузел второго этажа. Комната. Лесенка на мансардный этаж. Ну, по желанию, естественно, можно ее пересделать. Просто я вам покажу, что там есть. Еще одна спальня. Получается, у нас большие спальни. 20 метров, 12, 16. Все светлые. Балкон. Но пока перекрытие балкона не сделали. Еще буду делать. Какое красивое сегодня небо. Третья комната, она зеркальная. В той комнате, в которой мы сейчас были. Такая же большая. Вот. Тоже симпатичный домик. Тут вся такая застройка, в принципе. Красивый дом. Давайте я вам покажу сразу же, чтобы не было вопросов, что находится на мансардном этаже. Вот он сделан. Можно сделать, в принципе, его прямо под комнату. Стоять можно в полный рост. Огромное помещение. Все сделано, все зашито. Еще раз повторю, дом 370 квадратных метров, 2 этажа, плюс гараж на 2 машины, цокольный как этаж и мансардный этаж. Наверное, с мансардным этажом дом будет еще больше. Мой телефон 942-00-63, зовут меня Дмитрий. Все вопросы задавайте по телефону, пишите смс, отвечу. Стоимость дома будет указана в описании. Всем хорошего дня, пока!